Хейо, если мы шумики, мы продолжаем, то херу под названием Bloodstained нет. Окей, давайте, короче, вернемся туда, где мы тогда сдохли. Нет, я не пойду сразу в 8-битный мир этот. Мы с вами сначала соберем ключик. У нас же выпал ключ. Если не ошибаюсь, ключ этот у нас... От. Ой, почти как ты там врезал. Хорошо, забираем вот это все. Вот у нас ключ Селесты. Он нам будет необходим. А насчет дальше. Ну, типа, я могу открыть просто этот, чтоб был экран. На этом все. Типа, сейчас мы вернемся, я сохранюсь и телепортнемся кое-куда. Селеста, я не помню, либо это у нас нижняя часть. Ага, я попробую на этих. Этот меч. Блин, он типа хороший, но по урону. Ну, 3 удара. Сори, ты дерьмо оказался. Ты оказался куском говна. А меч с лезвием, напоминающий косу. Не, пускай будет, короче, мой меч. Летающий. Мой имбовый летающий меч. И нам нужно, короче, с вами вот сюда. А там, короче... Если не ошибаюсь, плитки вот эти были. Да, понятное дело, что я себя проспойлерил. Ну, все же. Какая даже если проспойлерил. Видите, я даже к нему могу не подходить. Это новый уровень мне или питомцу? Мне 28-й только. Я не сказал бы, что перс... Так как... Ага. Ага. Давай сразу наверх. Забираем емкость. Макуатель. Снаряжение. Оружие. Макуауитель. Смертоносная палец с обсидиановыми лезвиями. Ну, это... такое. Ладно. Слушайте, а что если я, знаете, что сделаю? Осколки, горячую клавишу я включу. И чтобы вот так постоянно не выбирать, да... Я назначу их на избранное. Что? А как и избранное юзать? Нужно по... Хотя ладно, пускай остается. Хотя нет, у меня несколько дохера копий одинаковых. А где он? Поэтому я его выкинул. Ой, идите нахер, короче, я понял. Горячие клавиши это не то. Осколки. А, видите, они здесь пропадают, то есть. Я понял все. А как тогда мне избранное чекать? А, ну сразу наперед. Все. Давайте тогда я снаряжение сразу сделаю так же, чтобы постоянно не искать. Чтобы постоянно не искать. Кольцо усиливает восстановление от используемых предметов.
то, что я ей говорил. Так, хорошо. А теперь юзаем. Так, осколки, алхимическая добыча, не том. Стой, а чё у меня алхимическая добыча? Мастер меча. Скорость атаки увеличить, замечу. Ну и атаку тоже. Значит, интеллект у нас зависит на атаку, да? А не, показалось. У меня новый питомец. А, точно. Это тоже был. А, поехали. Поехали, поехали. Где-то здесь. Туда нам наверх нужно. Вот это. Вот, вот он. Бля, вот так. Это тяжко. О, тихо, секретки. Нету, нету. Макрекич. Макрекич. О, я не хотел. Там сто пудов стенка секретная. Я вам отвечаю, там сто пудов будет это, секретная стеночка. Нахера тогда здесь уступ? Окей. Тут нету секретной стеночки. По колоколу максимум. Так, справа проход еще куда-то. Тут ни хера. За что? Извини, хера. Извини, что? Тут ни хера. Лево что? Ни хера. Найдем на колокол, да. Зачем? Чтобы понять, что там сундук, и я туда не могу попасть. А там емкость. Окей, тогда сюда. Изи. Так, а наверх? О, стоять, наверх вот как раз можно и попасть. А вот это как? Сейчас попытаемся мечом сломать, изи. Ай. Слушайте, блин, мне дают этого рыцаря. Все дают и дают. Может, он все-таки имба? Давайте попробуем. Ну, возьму его. Вот, возьму, попробую. Может, он все-таки годный. Вот, сойдет он. Но я ж вообще не видел, чтобы он атаковал хоть кого-то. А урон тут нормальный у него. Нужно будет его тоже прокачать тогда. Так, это у нас кто? И Лео нет. Нет. Форнес. Вот они. Оцепи там. Наполовину птица уносит людей быстрее, чем они успевают моргнуть глазом. Ну что-то в моем случае она даже не успела подлететь ко мне. Новый уровень питомца.
Немец быстро апается, сказать честно. Ну, пойду я туда, а... О, встал. Ай-яй. Ни хрена тут сундуков. Но в основном это телепорт, да. Так, это еще следующее, да? Выше мне не забраться. А наверху один хороший сундук. Второй сойдет. Что тут-то? Запомнил. Давайте я... Вот ты какая. Вот ты какая, демонша. Не, ну он типа по три удара делает. Ой, тихо. Осколки. Посрать. Торт. Рецептик. Здравствуйте. А у нас тут тупик немного. Изи, идем далее. Там есть обход. Это меня радует. Стейк из кости. На кости. Стейк из. На. Из на. Почти задел. Я хочу просто сразу поубивать этого демона. Еще один нужен. Готово. Слеза чудовищной птицы. Так, не сюда. Мысли. Опа. Это хорошо, что я увидел. Я бы тут сюда уже больше не вернулся. Ну, хотя я вернулся бы только за сундуками. Сколько? Ладно, все равно фул хп. Мне плевать, я фул хп. Вот видите, где нету прохода, они типа не делают. Типа вид. Так, а теперь у меня вопрос. О! Нужно было меньше вопросов задавать и меньше прыгать. А вот это было очень неплохо. Окаменевшие. Третий колокол, да? Давайте сначала сюда. А теперь идем наверх.
Ну, типа, он может... Ха. Я вас понял, хорошо сделали. В смысле наверху был проход? Ну ладно. Что тут он? Тут проход и книжки. Бросок змеи. Техника Сандзе Цокон позволяет бить по врагам издалека. Сейф. Сейф, изи. Не забываем, что у нас еще с вами есть ключ. Целый ключ. Да-да. Поэтому у нас еще много чего может быть впереди. С этой что стороны? Блин, видите, мне нужен полет, потому что наверх все-таки как-то можно попасть. Может, здесь сейчас босс будет? Кажется, что да. Босс. Ну что, поехали. Босса фигарить. Могу я выйти? Не могу. Вау! Мне нужно больше крови. Какая цаца. А знаете, что я сейчас буду юзать? Думаю, знаете. Она красивенькая. Scarlet Burst. Scarlet 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 Она меня просто пинает. А чё это за имба? Вот, вот. Не, давайте, наверное, инвентарь у меня шати есть, да, есть. Ну почему она на меня бежит? Типа, вот, снова. Инвентарь. Можешь мне просто нужна? Отхиливаться, так? Чтоб она ко мне подобраться не могла. Изи. Она просто упала и раскололась. Так,
Кража крови. Восстанавливайте здоровье, поглощай кровь врагов поблизости. Так, я думаю, нужно вернуться, сохраниться. Не, ну типа, знаете, херня в чем? Херня просто в том, что... Подождите, кровь врагов типа убитых или... А я знаю, где можно это заюзать, слушайте. Мы с вами эту кровь можем заюзать в этом. Помните басик с кровью? Типа она ж высасывает кровь, да, опять? А почему тогда я не могу высосать кровь? Кровь, всю кровь. Так, ладно, у нас, в принципе, время есть, побежали. Ваня накупалась, видите ли. Красный зонтик. Так, зонтик окрашенный в красный цвет, кровавый дождем. Ну типа, блин. Может быть, я потом перейду на ближнюю атаку. Мне просто чем нравится мой меч? То, что он вдаль атакует. Чисто из-за этого, понимаете? В чем самый сок? Что это за место? Я понял, что это за место. А я сейчас вот здесь, да? Так. Такс. Что у нас выходит? Давайте вниз тогда. Книги больше теперь всасывают. Я не буду с ними драться, нафиг надо, короче. Я просто побежал. Оп. О, сундук. Вниз. Давайте как раз к этому сходим, к нише, к нашему вампиру. Потому что я считал, что нам, по идее, должны дать больше книг. То есть можно как-то взять все вообще книги, которые есть в библиотеке. Только я не знаю, что для этого нам нужно. Поэтому давайте сначала летаем к нему. Я скажу ему, типа, так и так. Только мы к боссу прилетели. А он находится... Вот здесь. Здесь он находится. Я глуповат, да? Я сюда и пришел, но... Решил вниз не спускаться. А, ты любишь читать? Пожалуй, будет честно позволить тебе брать больше книг за раз. Да я книги... Хорошо. Так, мудрец. Защита, телосложение. Мне бы на урон. Подожди. Атунова ветер. Ускоряет ноги, повышает скорость движения. Книги наносит великий и захват усилит на... Направленные осколки. Считается ли мой этот направленным? Мышц повышает скорость обычных атак. Ну, не забывай возвращать. Мы смотрели, что это, в принципе, не влияет на меня. Это книга. Давайте, короче, для... Давайте я сейчас... Попробую. Подождите, осколки... Если будет улучшен, я знаю, что я буду брать сейчас. Да, точно. Yes!
По 32. По 32. И... Охотник. Be certain to it. Хорошо, давай попробуем теперь. Пойди, это направляющий, да? 38. Ну, в принципе, пускай будет. Так, теперь. Полетели там, где у нас пунш крови. А это у нас здесь. Мне нужно сейчас будет пробежаться. Так ведь? Как там приблизить? Как приблизить? А, это же телепорт, точно. Как же... Вот это, да, вода, метка я поставил. Так, значит, сюда. Значит, вот сюда, вниз. Либо можно пойти еще ключ. Давайте, наверное, ключ сначала завесу. Только хер, где это было. Не, давайте, наверное, пойду все-таки ключ заюзаем. Давайте смотри, где. Внизу, да, у нас в основном все. Раз, низ, два, низ. Где еще может быть? Можно тэпнуться туда и там, где напротив. Там, кажется, миллионники, да? Дверь называлась. Дверь называлась миллионники. Так, там двери у нас нету. Тут нема. Ну да, получается, только две двери нижние. Ну, тогда я тэпнулся правильно. Сейчас давайте сходим туда, посмотрим. Тэшка. Так, а я где сейчас? Нормально. Так и должно быть. Ладно, давайте нам все равно по пути. Я тогда высушу сразу эту реку. Это сейчас вниз мне нужно спрыгнуть за сундучком. Электроплазма. Что здесь у нас сундук? А, значит, у меня замедляется время, когда мне повышает уровень. Или реку высушить. Ладно, потом... Погнали к воде. Ой, хотя, ладно, будем идти все равно по сюжету, мы там дойдем. Все равно мы знаем, где главный босс, поэтому как-то так. Так, инвентарь. И то. Хотя, инвентарь. С удачей. Ну, с удачей. Осколки. Приятная компания. Это... Хотя, зачем я их... Где новый? Как он там? Да? Да, выслушали. Там есть спуск. Ну, я тогда не буду спускаться, потому что спуститься туда мы будем в следующей серии, по сути. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.